В Люберецком округе отметили День учителя. Педагогов и руководителей учреждений образования награждали за заслуги в инженерно-технологическом лицее. Как прошел праздник, расскажем в следующем сюжете. Украшенная декорациями сцена, красивые наряды и счастливые лица педагогов. День учителя прошел с большим успехом. Поздравляли виновников торжества ученики и артисты. Вручали почетные грамоты и благодарности представители власти. Я поздравляю всех учителей, всех педагогов с вашим профессиональным праздником. Дай Бог всем здоровья, чтобы всегда профессионализм, задор и рвение к тому, чтобы сделать шаг вперед, у нас у всех всегда присутствовал. Своей профессии учителя посвящают всю жизнь. Нет ни одного педагога, который не любил бы то, чем он занимается. Как важно, что труд ценят, и есть день, который посвящен именно им. И в этой профессии я уже работаю 30 лет. Для кого-то это не только праздник, но и исполнение мечты. В День учителя люберецким педагогам вручили сертификаты на получение жилья. Среди них Анна Алексеевич. В профессии уже около 20 лет и не представляет свою жизнь без маленьких детей. Я очень люблю свою профессию. Это самая лучшая профессия, я считаю, в мире. Потому что когда дети встречают тебя радостные, веселые, обнимаются и счастье дарят, ты сам становишься счастливым. Образование детей лежит с виду на хрупких, но стойких плечах. В Люберецком округе с молодым поколением работает свыше 2000 педагогов. Для гостей торжества воспитанники творческих коллективов показали вокальные и танцевальные номера. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.